Татьяна Юрьевна, правнучка великого Николая Семеновича Лескова, крестница императрицы Дагмары Марии Федоровны. Когда я встретила Татьяну Юрьевну, я не могла подумать, что передо мной стоит женщина, которая знала не то, что Баланчина, но даже Фокина. Она меня поразила той историей, которая за ней вставала. «Донна Таня» – это история балета Бразилии, Франции и России. Татьяна Лескова очень важна для бразильской культуры, в первую очередь тем, что поставила здесь русский классический балет. Во время турне с Мишей Барышниковым по Латинской Америке я его буквально за руку привел к ней. Мне очень хотелось соединить эти две фигуры. Меня спросили, какая моя национальность. Надо сказать, что я просто балерина. Документальный фильм «Донна Татьяна» 17 сентября на нашем канале.